Друзья, всем привет! С вами капитан Максим и канал Макс Мастер. Сегодня будет довольно необычное видео для моего канала. Я прежде никогда не рассказывал про другие типы судов, отличные от контейнеровоза, но сегодня такой момент настал. Просто некоторое время назад я побывал в Мозамбике, в порту Накала, и я там увидел довольно редкое и необычное судно. Это так называемый Powership. Он принадлежит турецкой компании Karadeniz. На данный момент, на сегодняшний день, у этой компании Karadeniz по всему миру 15, даже уже, наверное, 17 судов, если они ввели два последних в эксплуатацию, суммарной мощностью производимой электроэнергии 2800 мегаватт. Давайте разберем, что же такое этот Powership. Powership – это так называемые плавучие электростанции, установленные на баржах или судах, которые могут работать на мазуте или же на природном газе. Конкретно это судно называется Karadeniz Powership Mehmet Bey мощностью 126 мегаватт. То есть оно способно обеспечивать электроэнергией так, ну, навскидочку небольшой город. Окей, не город, а такой большой поселок, скажем так, ну или жилой район города. Быстренько пробежимся по характеристикам. Итак, имя номер нам особо не интересен. Название Karadeniz Powership Mehmet Bey. Vessel type detailed special vessel, то есть, ну, такое специализированное судно. Статус активный. Далее, входит под флагом Либерии. Гросс тоннаж 23 тысячи, но не особо большое, но и не маленькое, да. Летний дедвейт 18 855, длина 178, ширина 26. И год производства, что самое интересное, 2002. На самом деле, когда его произвели, это было судно типа RORO. И называлось оно Transwood. Но мы видим тут на фотографиях, что у судна есть такие аппарель сзади, да, для того, чтобы въезжала туда какая-то гусенично-колесная техника. Но также мы видим и контейнера, которые находятся на палубе этого судна. Не знаю, ну не согласен я, что это RORO. Может быть, я ошибаюсь, заблуждаюсь, но мне кажется, что это либо LORO, то есть Loading Rolling, либо более специфический такой CONTRO. Напишите в комментариях, кто работал на таких судах, мне интересно. Это не первое судно такого типа, которое я видел за годы своей карьеры. Будучи в 2016 году в Ираке, мы туда ходили в порт Умкасар по реке, и там я видел подобное судно, которое называлось Karadeniz Powership Kaya Bay. И производимая мощность того судна была 216 мегаватт, то есть оно было практически в два раза мощнее, чем вот в этот Mehmet Bey. К сожалению, я ближе не смог подлететь на дроне, потому что там действует non-fly зона. Как бы можно полететь, но тогда ты нарушишь местные законы, чего не хотелось бы делать, поэтому летал я вот на таком вот расстоянии. Давайте я вам коротко расскажу, как вообще, ну, какая задумка этого проекта, этой электростанции. Проект подразумевал использование судна, которое будет стоять где-то поодаль, то есть какое-то газовое хранилище, с которого после обработки газ по трубам подается на плавучую электростанцию, вот на наше вот это вот судно, где путем сгорания с помощью спецоборудования вырабатывается электрическая энергия. И дальше уже электрическая энергия по вот этим вот кабелям, которые вы видите сверху, да, точнее эта электроэнергия подается на потребитель, то есть на город. Насколько этот проект в данном случае реализован, сказать не могу, честно, потому что я не видел никаких судов-хранилищ, которые рядом стоят. Возможно, я не увидел, плохо смотрел, стоит оно где-то в другой стороне, там, не знаю, за горой, но я не увидел. Но судя по тому, что из труб идет белый дым, все-таки там сгорает, наверное, не тяжелое топливо, а, скорее всего, сжиженный газ. Очень интересная задумка. Судов мало, как я сказал, они редкие, мало их по миру, но очень много их работало когда-то в Ираке во время там войны.
Они снабжали города электроэнергией, да и после войны. Так что вот такие вот суда бывают, иногда встречаются. Надеюсь, рассказ вам был интересен, вы узнали сегодня что-то новое для себя, подчерпнули. Оставайтесь на канале, с вами был Макс Мастер, всем пока, на связи.